Добрый день всем. Я сегодня хотела бы напомнить вам об одном актере, который за свою жизнь умудрился наделать столько глупостей и ошибок, что этого хватило бы на 10 человек вперед. Однако, по его собственному определению, чем больше он ошибок делал в жизни, и чем больше он свою жизнь загаживал, тем активнее и быстрее его жизнь возвращалась в хорошую колею. Вот такой вот везунчик. Вообще, Роберт Дауни-младший, он действительно везунчик. Вы знаете, человек умудрился и в тюрьме посидеть, и наркотиками поиграться, побаловаться, и морды побить во время съемок, и после съемок, и до съемок, и со своими агентами драться чуть ли не в кровь. Все он умудрился сделать. Но, тем не менее, вот он, пожалуйста, перед нами. Получает очень неплохие гонорары за «Железного человека», снимается в прекрасном фильме про Шерлока Холмса, его все любят, он очень веселый, он действительно очень остроумный и веселый человек. В некотором смысле икона стиля, и по определению Peoples он попал число актеров самых влиятельных в Голливуде. А это вам не шуточки, знаете ли. Тем не менее, вот хобби, значит, смысл нашей программы, вот хобби у него нет. Нет как такового, потому что хобби – это вся его жизнь. Он умудрился найти себя настолько, что больше ничего, кроме съемок, его не интересует. Ну, еще и семья. Однажды только он попробовал отойти от кино, немножко в другую сторону, он увлекся музыкой и записал альбом музыкальный, то есть он там еще и умудрился петь, и пел он вовсе даже неплохо. Настолько неплохо, что публика приняла его альбом с распростертыми объятиями. Но Роберт больше не захотел. Он не захотел петь, он сказал, это занимает слишком много душевных сил, мне это больше не интересно. Зато он с удовольствием мотается по всяким шоу телевизионным, рассказывая байки о своей тюремной жизни. Каждому свое называется, вот так. Это его развлекает. Он обожает свою жену Сьюзан. У них в прошлом году родился сын. И, как он сам шутит, он развлекается тем, что находит время для съемок в перерывах между тем, как он меняет подгузники. Вот такая вот, можно сказать, светлая личность, вот наш Роберт Дауни-младший. Кстати, родился он в семье близкой к кино. Не просто близкой, а вообще рядом с кино. Его отец актер и режиссер, мать тоже. И с 5 лет Роберт все время находится на сцене. У него куча номинаций даже на «Оскар» и огромное количество всевозможных наград музыкально-театрально-киношных. Но хобби как такового он не имеет. Поэтому вот с этой точки зрения мне немножко трудно о нем говорить. Трудно говорить о человеке, который ничего, кроме как сниматься в кино, на сегодня не делает. Ах да, он сейчас заключил сделку с восточной какой-то студии о том, что он будет их рекламным лицом. Ну, посмотрим. Значит, где-то на Востоке вы будете иметь шанс наткнуться на физио Роберта на стене, где он будет вам рекламировать какие-то там восточные продукты. Ну что ж, всем удачи, счастливо!